Девушка, которая готова выйти замуж, она уже замужем. Что это значит? Это значит, что женщина, девушка, которая хочет создать семью, она познала Бога как супруга, и она успокоилась в нем. Из нее течет вот это счастье, это удовлетворенность жизнью. Она не находится в постоянном поиске. У нее, знаете, на лбу не написано «я хочу замуж». Как бывает иногда, смотришь, да, на аватарки, даже в разных социальных сетях у девушек, такие вот у них позы, они так вот рекламируют себя, и смотря на это, братья чувствуют, они видят, что вот эта же девушка хочет замуж, она в поиске находится. И таких сестер, таких женщин, девушек братья избегают. Девушка же, которая познала Бога действительно как супруга, она вот находится в этом состоянии удовлетворенности, она не в поиске, она просто общается с ними, она просто дружит с ними, да, она просто, как сказать, служит, она начинает приобретать определенную такую притягательность, вот этот сладкий дух внутри нее, когда от общения с Духом Святым у нее вот это идет помазание какое-то, сладкий дух действительно от девушки идет. Это становится для братьев, для мужчин очень привлекательным. И вот это счастье, которое она излучает, она, поскольку уже замужем, да, вот это счастье, которое она излучает, это счастье притягивает. И опять же повторюсь, первый признак того, что девушка готова выйти замуж, это она уже замужем, замужем за Господом. Как познать Бога как супруга, об этом мы говорим на «Станем друзьями». Если вам эта тема интересна, посмотрите вебинар, который так и называется «Как познать Бога как супруга». Ссылка на этот вебинар будет ниже под видео. Спасибо за внимание, пока-пока.